Одна из самых любимых курянами галереи «Ая» отметила очередной день рождения. Ей исполнилось 18 лет. Вот малиновый звон бубенчиков. Это сказка, да? Сказочный звон бубенцов, как отсчет новой взрослой жизни. Главное детище Олега Радина стало совершеннолетним. Как всякий хороший отец, художник в этот день сентиментален и серьезен. Каждый прожитый год, он все-таки какой-то вот отпечаток накладывает, серьезный. Потому что мы дурака не валяем. Что мы каждую неделю мы обязательно что-то делаем. Мы это делаем для того, чтобы люди видели, какое количество талантливых художников у нас в городе Курске есть. А я это, конечно, не только Радин. Это сотни художников, когда-либо выставлявшихся в этих скромных стенах. В праздничный день многие здесь. А кого поздравлять, Михалыч или себя? Сергей Косилов, друг, единомышленник и свидетель первых шагов АЯ. Вспоминает, нелегкие 90-е, масса сомнений. Без восторга, но с надеждой галерею все же открыли. Спустя 18 лет ожидания художника оправдались. Когда меня спрашивают, где я работаю, я говорю, галерея АЯ. Хотя, конечно, не числюсь здесь, а просто как творческая единица. Вот. Ну, всем говорю, галерея АЯ. Ваш начальник, Радин Олег Михайлович. «Пять китов» галереи АЯ. Это богатейшая коллекция живописи от реализма до авангарда. Это краеведческий фонд. Музыкальное собрание от прижизненных пластинок Плевицкой и Шаляпина до современного рока. Коллекция старинных колокольчиков, многочисленные акции. И шестой кит на поверхность выплывает. И самым значимым вот этим вот плавником этого кита, наверное, будет вот курс моего детства. И еще у галереи АЯ появился свой сайт. Ленивые любители искусства могут посетить электронную галерею по адресу www.galerii.aya.ru. Юлия Матвеева, Андрей Зарубин, телеканал «7».